Thank you.
Под полом спортивного зала в одной из школ города Турку археологи обнаружили руины средневековых строений XIV века. В ходе реставрации школы обнаружились, среди прочего, средневековая улочка с куском мостовой кладки, несколько полуразрушенных каменных залов, а также лестницы и коридоры. Пока судьба руинов еще не решена. Их либо скроют, либо превратят в музей. Историю дома буквально раскопали. В Казани при реставрации старинного особняка обнаружили подземные галереи. Подвалы не обозначены ни на одной из схем. Об их существовании архитекторы не знали. Современникам остается только догадываться, почему в начале 20 века они были заполнены землей. О том, что скрывало здание, в сюжете Дианы Василовой. Ну, вот тут раньше и двери были, потому что вот у них эти петли. Эта тайна покрыта мраком и тоннами земли. Чтобы докопаться до истины, строителям придется вывести огромные массы грунта и разобрать завалы. Выполнять такую работу они никак не планировали. По всем проектам в старинном особняке на Карла Маркса подземные галереи не значились. Там вот был, скорее всего, были такие же створы, и их в свое время сломали, и через них засыпали землей. Незапланированное помещение обнаружил архитектор-реставратор. Прежде чем разбирать засыпанные землей галереи, углубились в поиски документов. Самые старые чертежи – ровесники здания, середины 19 века. Но и там, по какой-то причине, хозяин особняка, известный благотворитель, владелец первой казанской сети общественных бань, решил подвалы не отмечать. Незамеченными они оставались и в советское время, когда дом поделили на коммуналке. Наше первое предположение, что это, естественно, какой-либо секретный подвал, который был засыпан порядка 80-90 лет назад. И в дальнейшем, после того, как будет грунт вывезен с этого подвала, уже можно будет сделать более точное предположение, с какой целью этот подвал строился и, возможно, почему он был засыпан. Почему и без того секретные подвалы решили и вовсе схоронить под землей, еще один вопрос. Главная теория – таким образом, наверняка и на века, в революционное время хозяева особняка укрыли секретные бумаги и ценные документы. Меньше часа назад произошло в центре Москвы. В подвале политехнического музея, который находится на реконструкции, обвалился грунт. Все случилось во время ремонтных работ. Один из строителей погиб, еще двое пострадали. В эти минуты на месте работают спасатели, полиция и скорая помощь. В экстренных службах сообщают, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Казалось, сотрудников политеха ждали неожиданные открытия. Мы считали, что под зданием фундамент 4 метра, а местами он оказался 18. Ну, вот такие вещи. Или какие-то вскрылись пространства, которых не было ни на картах никаких, Археолог Павел Колосницын. Поговорим о всемирном потопе. Мы находимся в Петербурге, где дома вросли вообще по несколько этажей в землю. С чего бы это? Не могли они за 100 лет-то так зарасти? Так, здравствуйте. Рад всех приветствовать. Ну, прежде всего, почему была выбрана такая тема? Да, то есть, казалось бы, ладно, еще одна идиотская теория. Вот, что ее рассматривать. Но, с одной стороны, она оказывается довольно распространенной. Очень много людей
подвержены этим идеям. И как и любая такая лженаучная теория, она на своих примерах позволяет продемонстрировать вот эти вот ошибки логики таких вот альтернативщиков. Чем он вызван, не очень понятно. Тут мнение исследователей. Мнение исследователей. Исследователей. Расходятся исследования, да, в кавычках, потому что большая часть этих исследований, да, в кавычках опять же. Да, в кавычках опять же. Следующий блок доказательств, он касается как раз напрямую археологии. Да, то есть это многие здания в городе занесены грунтом в результате селевых наносов, и вот эти мощные культурные напластования объясняются тоже наводнением. Очень часто показывают фотографии, да, посмотрите, как же так, вот у нас дома занесены до уровня первого этажа, там едва до окон второго этажа не доходит. Да, то есть таких фотографий можно найти массу. Обычно они идут, скажем так, пачкой, это либо видеоролик, когда представляется, либо статья, да, где фотографии, смотрите, вот еще одна, еще одна, еще одна, еще одна, и человек задумывается, смотрит, действительно, да, деревья, дома погруженные в землю, где-то я это видел, и прежде всего, да, приходят какие-нибудь картины результатов селевого потока, где там дома полузанесенные вот этим грязью. Но объяснение на самом деле другое. Вот сейчас я приведу такую цепочку доказательств, представленных в свое время любителями этих теорий, и покажу, что они представляют собой на самом деле. Да, вот присылают мне фотографию, говорят, вот посмотрите, вы же археолог, вот вам археологическое доказательство. Вот. Глиняные слои, открывающие культурный слой 19 века. Ну, на прошлом, на позапрошлом форуме я показывал схему образования культурного слоя. Ну, вот здесь попробую продемонстрировать, как это происходит в городе. Да, вот пример участка слоя городского. Вот у нас в самом верху асфальт, под ним булыжная мостовая на песчаной подсыпке. Да, а внизу вот эти бревна, это деревянная мостовая 18 века. Да, а внизу уже там культурный слой. И все вот это вот постепенно накапливается. Как это все происходит? Да, вот, к примеру, у нас участок улицы небольшой, да, в виде стены домов. Построены дома, люди как-то живут, но постепенно все равно образуется грязь, да, то есть кто-то бросает мусор, нормальной службы уборки улиц нет, ездят на лошадях, да, остается лошадиный навоз. Остается лошадиный навоз, навоз. Да, остается лошадиный навоз, который потихоньку месится, все равно образуется грязь. В итоге кто-то решает сделать себе вымостку перед домом. Да, то есть сделал небольшой участок, поднял и живет в сухости. Через какое-то время прихожане церкви пожертвовали деньги и вокруг церкви тоже сделали хорошую вымостку, чтобы ходить там крестным ходом было удобнее. В результате у того, кто оказался между этими участками, вся вода и грязь начинает течь к нему. Да, то есть он долго этого не терпит и говорит, ну вас нафиг, построю себе еще, чтобы выше всех. Да? Он строит, соответственно, и такая ситуация вроде всех устраивает, все стекает в разные стороны. Но через какое-то время у нас с одной стороны улицы устраивает еще строительство, теперь начинает затапливать церковь. Там, соответственно, снова поднимают выше уровень земли. И такой процесс продолжается довольно долго, да, до тех пор, пока вот не приходится, ну вот в данном случае, переносить двери уже на этаж выше или окно превращать в дверь. То есть для средневекового города,
даже не средневекового, даже города там, нового времени, это вполне естественный процесс. Это вполне естественный процесс. Вот у нас да, нет. Вот у нас лошадиный навоз. Культурный слой. Полки с шампунями и дезодорантами в одном из центральных парижских супермаркетов. Но если спуститься всего на несколько метров вниз в подвал, то попадаешь в совершенно другую реальность. Недавно здесь обнаружили тайное массовое захоронение. Археологи предполагают, что сотни останков принадлежат средневековому периоду. Это были люди, которые умерли в результате внезапной эпидемии, возможно, бубонной чумы. Обнаружено 8 братских могил, 7 небольшие и одна с останками около 150 человек. Что поражает в этом большом захоронении, так это положение скелетов. Они очень ровно выложены. Голова к ногам, голова к ногам. Это показывает, что пространство было использовано по максимуму. Должна была быть конкретная причина, почему так много людей погибли за несколько дней или несколько часов. На костях нет никаких повреждений. То есть это была не война. Мы в этом уверены. Увечий нет. Здесь захоронены останки, найденные при восстановлении в 2003 году храма Казанской иконы Божьей Матери. Они захоронены в октябре 2015 года. Человеческие останки находились в подвальном помещении данной церкви. Всего в 2003 году здесь монахи проводили реставрационные работы и очищали подвал церкви от земли. И во время этого вот нашлись кости, останки и были захоронены в самом подвальном помещении, замурованные стены. А земля у нас была вывезена здесь, с территории церкви. В октябре 2015 года мы захоронили всего, мы насчитали 97 человеческих останков. Конкретных версий, откуда они появились, и почему здесь находятся эти останки, мы не владеем. Здесь работали и правоохранительные органы, и эксперты. Только было сказано, что есть здесь и останки взрослого населения, есть несколько детских черепов, подростков. Конкретных версий нет. И старожилы также не владеют информацией, откуда же в подвальном помещении этой церкви появились вот останки этих людей. Thank you.
этой площади это уже погребение 11, и открываются новые, так что... Скажите, какой это век? Что за эра была? Что за мелолиты там такие? Данное конкретное, это, скажем так, второе тысячелетие до нашей эры. Те, которые просто в грунте лежат, это посвежее, это рубеж первого века до первого нашей. То есть как он хоть называется, этот мелолит, по-научному, по-исторически? Мелолит. Ну это я так говорю, чайник. Меоты. Меоты. Но до русских, до славян еще было очень и очень далеко. Да, до славян было далеко. Но сегодняшние жители Ростова, Ростовской области, юга России могут гордиться этим, конечно, этими находками? Безусловно. Вы тоже имеете какое-то отношение к науке? Да, вроде как. Как вас представить? Или сами представьтесь. Как вы... Палыч. Палыч? Угу. А у вас какая степень научная? Лаборант. Слушайте, а вот есть у вас радость от того, что вот это нашли? Конечно. Научная радость. Есть? Конечно. Какой-то такой задор научный, есть. Дрожь какая-то. Есть. Есть, да? Есть. Ну скажите, вот это что вы откапываете? Видно, что это человек. Да. Вот. У него череп меньше, он поменьше. Детский скелет. Какой? Детский скелет. Это детский скелет. Да. Предположительно, какой век? Вы можете первый определить на взгляд, да? Первый. Первый век нашей эры. Нашей эры. Ну, спасибо. Спасибо вам большое. Да не за что. Покажу людям ваши руки, как бережно, так вот, бережно, потихонечку, вот так, потихонечку ласково. Снимается исторический слой. Вы видите, 2000 лет никто не касался, человеческие руки не да. касались этого культурного да. слоя. Thank you.